Всем привет, дорогие друзья! С вами Фил, и вы смотрите Community Update 52. И как вы думаете, чем же было занято сообщество в прошедшую неделю? И ответ, я думаю, вы поняли по приведенной картинке. Да-да, это именно воображение роботов. Дальше нам показывают карту Раста, разбитую на фракции, как бы символизирующую, что между ними идут постоянные войны. И кстати, возможно для каких-то мод-серверов это было бы очень прикольным дополнением. Потом идут три видео про перестрелки. Первое немного нудноватое, про чувака, лазающего на сфере. Второе мне понравилось больше, так как там реализована перестрелка как бы на кораблях. Смотрится очень интересно. Ну а третье, как обычный рейд. Дальше приведена одна постройка, и я думаю, многие, кто следят за моими новостями, ее узнали. Это та же самая постройка, что была в 50-м комьюнити, только теперь с надписью. После этого нам демонстрируют 3D модель камеры наблюдения. Думаю, когда-нибудь разработчики ее добавят. Ну и под конец нам показывают комнату с кучей спальников и прикольный клипчик под забавную музыку. А вот теперь все. Такой коротенький переводик получился. Все самое главное вроде сказал. Но единственный умолчал про связь с разработчиками. Но про нее вы все уж и так знаете. Поэтому со спокойной душой с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения и ровного загара. Пока.